Дайджест. Друзья, всем привет! Новый выпуск Красно-Белого Дайджеста. Всем спасибо, что поддерживаете этот формат. Мы стараемся для вас, видим все ваши комментарии. Обязательно сделаем скоро уже большой розыгрыш по всем предыдущим выпускам. Да, просто пока нет времени. Дело. Ну что, Вить, много событий прошло. Здорово. Привет. Да, эти выходные подошли к концу. Очень были продуктивные. Не только матчам, эти, не только эти выходные. И, в принципе, и прошлые последние выходные. Последние, как две недели, да? Да, нам как раз есть о чем поговорить, поэтому ну, что, приступим. Начинаем? Друзья, ну, для начала лайк обязательно авансом, комментарий авансом. Если вы нас рады видеть, и подпишитесь на канал. А мы сейчас с Витьком вам обо всем расскажем. И, я думаю, вам будет интересно посмотреть, что происходит в жизни красно-белых болельщиков. Погнали. Погнали. Ну что, выезд в Питер. Долгожданный выезд в Питер на двойку. Сразу скажу, уже влог в нашем канале вы видели. Влог по выезду в Питер и также влог по домашней игре женского «Спартака» с ЦСКА. Мы об этом расскажем тоже в этом дайджесте. Ну что, выезд в Питер. Хороший выезд, хорошая погода. Ага, хорошая, в кавычках. Ну, жарко было очень сильно. Да, а потом что там было? Ну, Питер же чем славится? Потом были дожди, да, конечно же. Ну, короче, Питер такой гулящий, да. В общем-то, тебя там не было. Блин, ну, к сожалению. Ну, пришлось, наконец-то, мне, да, что-то хоть сделать. Спасибо, спасибо. Пока ты был в Москве. Друзья, влог вы уже посмотрели, кадры мы сейчас вам еще дадим. Победа 4-1. Во-первых, приехало больше 100 красно-белых на этот матч. Было, ну, в основном это были ребята, которые живут в регионах, да, Ленинградской области, в городе Ленинград. Да, ну, там, много Питер, с Москвы, да, много ребят угодно, было. Да, из Москвы ребята приехали. Выделили всего лишь 50 билетов на гостевую трибуну. И остальную часть гостевого сектора, всего 100 он вмещает, они сделали буферные зоны. Угу. Мне было непонятно, для чего была эта буферная зона, потому что после этой буферной зоны как бы просто сидели люди там какие-то, ну, просто болельщики. Ну, обычные, короче, кузьмичи местные. Да, да, то есть как бы никто бы никому не помешал. Угу. Собственно, болельщики «Зенита» пришли таким относительно нормальным составом, где-то их было, может быть, человек 200, да, были как старые, да, ребята, там было много знакомых лиц, было очень много молодых ребят, но, в общем-то, все приключения начались с того, что вот перед матчем все стояли у входа на этот резервный стадион, угу. Потому что основной стадион команды, да, «Зенит-2», он был на реконструкции газона, угу. Там какие-то были проблемы у них, короче, с газоном, всех туда вот отправили на последний стадион. Самый вообще очкошный стадион. Ну, там ужас, да, быть, это как типа малый москвич, да. У нас в текстильщиках. Да. В общем, все стали ждали решения. В итоге было много милиции, да, полиции, да, сейчас она называется. И так как я понимаю, что там вообще даже билеты вынесли за 10 минут до начала игры. Вынесли 10 минут до начала игры. Я в этом влоге тоже говорил, что вообще была такая ситуация, как будто бы никого бы не пустили. Я сказал о том, что если никого не пустят, то и мы туда тоже не пойдем. В итоге запустили 50 болельщиков, у кого были билеты наших, плюс вписались те, у кого там не было билетов. Короче, гостевой сектор был примерно человек 80. И при всем при этом наши вот эти все темы классные, которые громкие, четкие, да, короткие, они заходили на ура. И плюс еще камбэк в матче. Бомжи вели 1-0. Наши собрались, вывели игру в 4-1. Короче, тотальное преимущество красно-белых. Поздравляем. Да. Как бы не хуесосили «Спартак» комментаторы в той игре, я как раз смотрел по телевизору. Да, да, вообще там люто по ВК-видео, что там типа всякая фигня. Слушай, короче, победа было, на всех фронтах было весело, «Спартака». Было весело, потому что и также еще начался лютый ураган. Просто лютейший начался ураган, матч не остановили. Это все было в конце первого тайма, плюс были небольшие стычки на поле. Короче, такая была атмосфера классная в рамках того, что можно было сделать. Короче, всем выездным, как обычно, респект за «Шизу». Миша из «Old School and Friends» также мы жмем руку, потому что он взял на себя на этом матче роль заводящего. Классный такой аккуратный выезд в Питер. Я думаю, что больше, ну, говорить не о чем. Да, все по факту. Все было по топу. ЖФК, «Спартак», ЖФК, «Локомотив», да. Такое, да, не до дерби, так скажем. Ну, тут, собственно, слово тебе. Как слушай, ну, перед матчем, честно, я посмотрел на продажу именно билетов, смотрю, около «Локомотива» там прям выкуплен весь сектор. Я такой думаю, о, ну, может, сейчас что-нибудь интересное будет, прям хотя бы там противостояние по шизе там какое-то. Там, подходим там ребятами, да, на сектор, там у нас, как всегда, хорошая грядка набивается, там примерно человек, наверное, 150 там плюс-минус собралось. Все, блин, по-красному, все как положено. И что-то смотрим, гудков там, ну, максимум человек 30 каких-то, да, полупузанов, да, каких-то, да, непонятных. Да, да. Но мы максимум вообще вытащили матч в плане там шизы, звуковой поддержки. Это было хорошо. Очень все прям круто, все разошлось. Всем там прям парням реально тотальный респект.
мы прибавляем, как я объясняю, как и говорил, все с каждым разом все больше и больше и больше, что не может не радовать. Влог с этого матча есть уже на нашем канале, потом мы поехали на пляжное дерби, сейчас об этом тоже расскажем. Ставим всем еще раз жирный лайк и говорим спасибо за то, что вы приходите, не стесняйтесь, приходите, знакомьтесь с ребятами. Красные цвета должны быть сверху, и будем делать вместе с вами, кроме как, ну, если не мы, то никто этого не сделает. Потом абсолютно. Все ходим на двоечку, поддерживаем на женщину, делаем трибуну ярче. Это дайджест. Что, ведь громкое событие для наших братцев, да, для наших друзей, нашей братвы. Регби, 7 лет. Да. Исполнилось пацанам. А на этом матче, собственно, ну, сначала был день рождения, да, регбиста, потом был матч. Было граффити, посвященное пацанам, была растяжка на секторе, был хороший сектор. Собственно, наших друзей поздравляем с днем рождения, желаем не останавливаться в развитии, двигаться дальше. Больше побед, меньше травм, как говорится. Пацаны, вы топ, вы рубитесь за «Спартак» так, как должны рубиться, наверное. Как, наверное, не рубится никто, ну, другой никто, вообще. Во-первых, да, во-вторых, вот все должны рубиться так же, как рубятся пацаны из регби, не жалея себя, как скажет Кирилл, да, наш друг, и не жалея их, короче. Да. Да? Играем так. Ну что, поздравляем пацанов. Да. Жалко, что проиграли в этом матче, ничего страшного, пацаны. Все только впереди. Все только начинается, да. Поэтому поздравляем регбистов, обязательно в комментарии им напишем. И не забывайте подписаться на телеграм-канал Рубинового клуба «Спартак». Ну и ходите на матчи регби. Обязательно, потому что в этом выпуске мы вам скажем анонс предстоящего события, где будет играть Рубин и «Спартак», куда нужно прийти всем, и мы там будем в том числе. Это дайджест. Че, ведь мы после ЖФК поехали сразу на пляжный «Спартак». Ну не сразу. Ну там покушали. Да, у нас был еще третий тайм с пивочком. Да, с пивочком, да. Классиком, там, чайком, там, кто кому как. Поехали в Черкизово, ехать недалеко. Ну, собственно, все так ждали эту пляжку. Был серьезный вопрос по музыке. Трибуна просит вырубить эту музыку, которая просто реально мешает атмосфера дерби. Да, включается. Потому что мне после субботнего матча вообще не хотелось идти, блин, потому что думаю, что это за мрак, весь матч у тебя, блядь, долбит колонки, постоянно у тебя комментатор, и не слышно вообще, в принципе, ничего. Короче, как ничего. Будто ты где-то в Египте на отдыхе, у тебя там днем тусовка на пляже, да, короче, да, пляжный, да, футбол. Да. Ну, в любом случае, стоит сказать должное, да, сказать спасибо всем, кто пришел, потому что, несмотря на эти колонки, да, там, и то, что команда проигрывала, в итоге сектор раскачался, команда побежала, начала забивать. Влог вы уже видели. Пришлось даже сделать небольшие хулиганские действия. Пытались отключить. Мы пытались сначала колонку отключить, она у нас не получилась. Потом мы ее просто вывернули, и звук пошел просто в небо. В конце матча игрок пляжного «Спартака» Андрей Котенев сказал, ну, грамотные слова, что, говорит, вас, говорит, ни одна музыка, говорит, не заткнет, потому что болельщики «Спартака» топ. И говоря вам, собственно, победа в дерби была одержана 5-3. Да, если мы не ошибаемся, «Спартак» победил. Поэтому что может быть лучше, чем победа в дерби? Вообще абсолютно. Вот. А вам всем огромное спасибо, кто пришел. И опять-таки, если бы не ваша поддержка, не ваш голос, ну, этой победы бы не было. Абсолютно. Железно. Ну что, друзья, мы идем дальше, а вы ставьте лайк, если вы были на этих событиях. Напишите обязательно комментарий, ведь он поможет в продвижении этого видео. Это дайджест. Друзья, мы говорим спасибо нашим братишкам из компании TennesseeBet, которые снова с нами и радуют вас разными эксклюзивными линиями, в том числе, например, линия на то, что Quincy Promes когда-нибудь сыграет за московский «Спартак» еще раз. По ссылке в закрепленном комментарии вы можете получить бонус до 20 тысяч на первые 3 депозита. Поэтому говорим спасибо «Теннисе». И я уверен, что эта история будет очень мощной и крутой. Дневник фаната, TennesseeBet. Смотрим выпуск дальше. Это дайджест. Возвращение домой. Никакого фан-айди. Наконец-то. Трибуны «Север». Братва, друзья. И женщины на поле. Да, час дня. Час дня, камон. Слушай, ну 4000 человек пришло на этот матч, большая часть это трибуны «Север», да, примерно? Ну да, плюс-минус. Ну давай, пройдемся обязательно, выпуск уже на нашем канале вышел, повторюсь, могли его посмотреть, кто не посмотрел, по подсказке смотрим.
Ну давай так, сейчас скажу я как со стороны, потому что я к вам не заходил давай, на сектор, давай. Потому что я не был в красном, поэтому, собственно, не пошел. А мы напоминаем всем, что все должны быть в красном. Тем более все те, кто находится на первой визуальной части нашей трибуны. Неплохая поддержка в первом тайме. Классная история была, когда все присаживаемся, и мы начинаем раскачивать трибуну, да, как ты любишь, там, раз, два, три, четыре, все встают. Mm-hmm. Собственно, ну что говорить, кони на Живка не ходят, мы уже рассказывали, да, в своих выпусках, потому что они бойкотируют. Ну это ладно, их уже дела, не будем об этом вам рассказывать. Девчонки проиграли в этом матче. Ну что-то они, да, проиграли в этом матче, хотя в конце матча они давили, атаковали, не забили пенальти. Короче, играли классно, но не хватило, ничего страшного на самом деле. Как тебе сектор? Я тебя уже поздравил в этом выпуске с новой футболкой, заслуженной. Да? Еще раз тебя поздравляю. Спасибо. Всем нашим ребятам из КВО огромный привет. Как тебе трибуна? Слушай, ну, честно? Честно. Сомнительно, но окей. Потому что, когда ты стоишь на вышке, смотришь сверху на все, ну, как-то так себе. А когда, наоборот, с бровки тебе говорят, то, что типа все было круто, ну, ты уже как-то начинаешь задумываться об этом. Мне как-то показалось, ну, четверочка плюс-минус с натяжкой. Ну, да, второй тайм провалили жестко. Да, ну, блядь, потому что уже все устали, жарко. Тебя хреначит солнцем, там, 30 градусов, блин, в час дня. Как бы это тоже надо понимать. Плюс, считай, ладно, второй там пропустили. Там уже за вторым третий. Уже все выдохлись. Вот, ну и да, и там уже просто уже гнали, как говорится, что есть, хотя бы хоть что-то твоя там заряжали. 4, да, типа, по этому матчу? Да. Ну, девчонкам желаем удачи, там девчонки плакали, наша Марина Федорова, да, с кем мы общались тоже во влогах, она очень сильно переживала, действительно, девчонка сильнейше тащит команду вперед, одна, наверное, знаешь, я бы ее выделил вообще из всего состава, потому что она прям, ну, по ней видно, что она лидер. Это дайджест. Еще раз напомним, не забывайте красный верх. Красный верх, роза и красная футболка – это обязательно атрибут каждого человека, кто приходит на активную трибуну. Трибуна должна быть яркая. Я тут недавно смотрел старые наши видосы архивные, да, которые мы у себя в телеге выкладываем. Кто еще не видит или не подписан, телега перед вашими глазами, подписывайтесь. Мы выкладываем эксклюзивом, да, старые какие-то видосы, mm-hmm. когда еще трибуна была вся в белом. Помнишь, было давным-давно? Да, Лужниковская. Да, Лужниковская. И действительно, трибуна Б, 20 тысяч человек была в белом. Ну, там 90% трибуны Б были в белом, друзья. Красный цвет, любая футболка, она сделает трибуну ярче, круче. Даже возьми ты самую пустышку обычную, 200 рублей. Вообще любую футболку просто с собой взяли, в карман положили, накинули себе на секторе. Трибуна будет реально смотреться круче, и это будет, ну, визуально лучше намного. И вы сами кайфанете от визуальной составляющей трибуны, когда каждый из вас будет в красном цвете. Да. Это дайджест. Вить, наш друг Денис Тюлюлин должен был подраться. До этого мы давали анонс. Угу. В нашем дайджесте драка не состоялась, бой не состоялся, потому что его соперник там не приехал. Какая-то была такая история. Собственно, новый бой 3 августа в Абу-Даби. Делаем анонс. Еще раз желаем Денису победы. Дэн, ты красава. 100% у тебя все получится. В общем-то, без травм. А вы подпишитесь на канал Дениса в телеграм-канале. Ссылки перед вашими глазами. Пожелайте Денису удачи и зрите его всякими огоньками, лайками. И будем надеяться, что его следующий соперник не сольется с боя. Удачи тебе. Мы будем болеть за тебя. Это дайджест. Ультрас. Новости. Погнали. Прям смешно. Это дайджест. Так, любимый формат многих наших зрителей. Ультрас новости. Что мы видим, увидим перед глазами сейчас, да, на экране. Я сам, кстати, многое не видел, но было много чего интересного. Вот смотрю, граффити, стикеры, стена гладиаторов. Турнир красно-белый, ну, Иваново. Давай по порядку начнем с, ну, что, турнира Иваново. Да, как раз он идет первый, да. Ежегодный турнир красно-белого Иваново, который... Два раза в год проходит. Два раза в год. Он проходит летом и зимой. И зимой, да. Да, соответственно... Летом он у них проходит на стадионе «Текстильщик» в основном, а в зимний там в «Фоках», да. Что, в принципе, можно сказать о данном турнире. Парни его вот каждый год организовывают. И очень интересный, в принципе, у них формат проведения, да. Они задействуют все группы болельщиков, там, и
активных и менее, скажем, что кто-то там, если, например, футбол не хочет играть, может там посидеть в настолке поиграть, кто-то вот как приставку, там ребята, да, вот с единоборствами, да, да там да, порисовать, да. В общем, я скажу так, очень хороший у них формат, разнообразный, за что, в принципе, ребятам-организаторам ставим достойную, да, оценку, потому что это дорогого стоит, как бы, организовать такой турнир в таком масштабе. Слушай, я сам неоднократно попадал на эти турниры, плюс мы делали большой выпуск про красно-белые регионы, поэтому, кто еще не смотрел, подсказка перед вашими глазами выплывает в углу вашего экрана. Ребятам из Иваново большой привет, вы красавцы. Постоянно организовывать подобные мероприятия, это, на самом деле, очень тяжело, да, мы тоже прекрасно понимаем, ну вот, но ребята съездили, Ультра у себя выложила отчет по этому событию, поэтому не забываем подписываться на канал Ультры и не забываем, что если вы хотите стать частью нашей большой красно-белой семьи, вы можете всегда написать Вите и всегда можете написать ребятам из Ультры, присоединиться, встретиться, пообщаться и стать тем человеком, кто будет развивать красно-белую движуху вместе с нами. Иваново, привет, респект и уважуха. Пойдем, и уважуха. И пойдем дальше по этим событиям. Да, погнали. Что, парни, мы не так давно говорили об одной печальной новости, да, погиб в зоне СВО наш близкий товарищ Серега Толк. Вот, он был как бы активным представителем в граффити-тусовке, да, плюс очень много делал для «Спартака», и вот парни с Сергиева Посада, спартаковцы, сделали в честь него памятное граффити. Вот оно сейчас у вас вот здесь выйдет. Вот. Все Серегу помнят только добрым словом. Очень энергичный, веселый был парень. Еще раз, да, помянем его. И, друзья, своих пацанов не бросайте, помогайте. Мы уже давали реквизиты для помощи. Дадим еще раз в этом выпуске в описании, поэтому... Кому не тяжело, там, от вас 50, 100, там, 500 рублей не убудет, а когда семья остается без там, своего человека, всегда тяжело. Мы, болельщики «Спартака», всегда помогаем своим ребятам, и этот дайджест, в том числе, нацелен на то, чтобы такие события освещать и помогать своим ребятам. Поэтому граффити был уже перед вашими глазами. Серега Толк, мы тебя помним. Царство тебе небесное. Наклейки «Фан ID убийца футбола» по многим регионам, городам перед вашими глазами. Классная акция. Сколько у нас было? 6, 9, 10, да? 10 представителей. Да. 10 представителей расклеили. Мы уже говорили в выпуске, что есть история классная с трафаретами, которую можно, да, рисовать по городам. Наклейки. Всегда можно обратиться к Вите, в том числе по поводу стикеров, если есть идеи, да, там, особенно у региональных пацанов, кто хочет украшать свой город, потому что ультраскультура, да, и фанатская культура, она в том числе завязана на визуально составляющей по городу. Все, кто еще думает, и даже есть те, кто Фан ID себе сделал, мы знаем примеры, что люди отказались от Фан ID, пришли к нам и стали делать трибуну ярче, пишите, повторюсь, приходите к нам. И по традиции мы говорим спасибо нашим друзьям из компании «Киберпротектор», которые поддерживают нас в наших начинаниях, помогают нам с разными поездками и в целом сохраняют наши данные. Если вам интересно сохранить ваши данные и оставить их в безопасности, переходим по ссылке в описании к этому видео, знакомимся с ребятами и обращаемся к ним, чтобы ваши данные остались в сохранности. «Киберпротектор», дневник фаната. Спасибо. Смотрим выпуск дальше. Граффити. Граффити – тема, мы ее с тобой в каждом выпуске поднимаем, в каждом влоге ее поднимаем, рассказываем. То, что мы вам хотим сделать. Большой выпуск про граффити, он в процессе. Мы сейчас, ну там, общаемся с людьми, подбиваем всю эту историю, поэтому он будет. И, естественно, за все это время, вот там две, там три недели, сколько прошло, там две, появилось очень много кусков во славу «Спартака». Я сейчас на них смотрю. Граффити по, да, там, по Москве и не, да, только. Да, вот тульские ребята, да, отметились. Три, да, куска работами, «Ультра», да. 9 работ нарисовала. Психанули парни, красавцы. Тролл Фейс Бугага против Москвы-Сити. Классная работа, перебили коней. Не знаю, кто это такие, но слушай, ну, название максимально угарное, тролл, парни. Тролл Фейс Бугага. Как-нибудь выйдите там, не знаю, на связь. Ну, короче, прикол. Перебили граффити напротив Москвы-Сити. Конское граффити. Кони перебили. Их опять, да. Позвали Тролл Фейс Бугага подраться. Короче, очень мне напоминает историю со стеной гладиаторов, да, там просто, если здесь в открытую, типа, да, кони работают, то там кони работают в закрытую, короче. Да. Ну, в общем-то, ребятам респект, создают настроение, когда читают
читаю все эти новости. Все эти новости мы видим у наших там друзей, да, ну, в основном, помимо там наших дружных каналов, да, красно-белых каналов, мы также видим это на каналах Off News и No Fan ID, большие каналы про фан-сцену, которые, да, показывают, типа, всю эту историю. Прикольно, что все это живет, работает, развивается. Интересно, чем это все закончится. Вот напротив Москвы Сити прям очень интересно. Мне кажется, наоборот, сейчас закроют эту стену чем-то, поставят сотрудников, там, не знаю, охраны, и больше там никто ничего рисовать не будет. И заминируют все подходы. Да, да, чтобы никто ничего там не нарисовал. В общем, ребят, красавцы, то, что вы работаете, что вы рисуете во славу Спартака, развиваете, поднимаете. Движуха живет. Движуха живет, да вот, братан, ну смотри, смотрю фотографии, но это же круто. Движуха живет, это самое главное. Да. Это вот сейчас сижу, да, с тобой, вспоминаю вот тот выпуск, где мы с тобой рассказывали про граффити гладиаторов. Ага. Короче, прошло время, в итоге ГФ вернули себе стену, написали очень такой красивый текст вообще перед нашими глазами. Короче, кони так и не вышли, не обозначились. Ребятам из ГФ респект. Не знаю, насколько ему хватит сил. Не то, что сил, желания этим всем детским садом заниматься. Хватит. Знаешь, ну я думаю, что да. Пизды получат все в любом случае. Ну, блин, 100%. Короче, парням привет всем. Красавцы, стену забрали. Не знаю, что сказать. Кто следит за этой историей, напишите в комментариях. Но в любом случае, надеюсь, что все-таки мясо. Не надеюсь, уверен, что мясо все-таки останется победителем. Потому что мясо всех сильнее. Мясо всех сильнее, 100%. Это дайджест. Дни рождения. Хорошая рубрика, да, в нашем дайджесте. Да. Кого-то, если забыли, не серчайте, но стоит отметить Красно-Белый Питер 25 лет. Как раз мы были на выезде в Питере, mm-hmm. был день рождения. 25 лет, ребята, это очень большая дата. Парням развития, несмотря на все трудности и проблемы, не бросайте свое любимое дело, продолжайте гонять за Спартак и в этом режиме Fan ID все равно собираетесь, тусуйте, гоните по выездам. Это важно, тем более. Главное, не сидите дома там в четырех стенах. Железо. У вас с днем рождения. Поздравляем тотально. И также наши друзья из КБНН 20 лет. Парни активно гоняют на шайбу, на выезда, на двойку. В своем родном городе активничают, да, там делают на шайбу также и на футбол постоянно перформансы, что-то креативят. У них постоянно каждый год ежегодный турнир проходит в честь ушедших болельщиков Спартака. Не только с нижегородской движухи, но и с других как бы коллективов. В том числе выпуск про красно-белый регион на канале. По подсказке посмотрите. Вот также много представителей из Москвы приезжают. Мы как бы в том числе, да, посещаем данный турнир. И что еще хочу заметить, коллектив красно-белый Нижний Новгород ни разу не пропускал Кубок памяти. Они на протяжении всего времени ездят на Кубок памяти 20 октября, за что им тотальнейший респект. Я хочу пожелать им удачи и не отходить от своих принципов и идеалов, и идти только вперед. Парни, всех люблю. С днем рождения, пацаны. Всем удачи. Это дайджест. Ну и закрываю выпуск, анонс предстоящих событий. Надеюсь, этот выпуск выйдет в конце этой недели, вы его все посмотрите. Ну что, Вить, анонс в пятницу. Матч с «Динамо». В 17:30. На их арене. В 5:30. Ну, более-менее. Ну, пятница – короткий рабочий день. Надеюсь, можно, что все красно-белые руководители своих компаний отпустят своих сотрудников, кто болеет за «Спартак» на этот матч. Кто болеет за «Динамо», не отпускайте. А правильно, пусть они дома сидят. Спартачи отпустите. Уже скуплена, раскуплена вся фанатская трибуна. Она уже была распродана 2-3 дня назад. Ну, к тому, что да, типа аншлаг. Биток будет на стадионе. Кто еще планирует идти на матч, какие-то билеты еще остались, покупайте, где-то там старайтесь подходить ближе там, к гостевому, соседние центральные сектора, покупайте, приходите, красные цвета обязательно сверху, ВТБ-арена должна быть красно-белая, она по-любому будет, вечный будет хит, весело. Надеюсь, мы услышим. Будет весело. Банана-мама, короче, классное событие, повторюсь, в режиме Fan ID очень крутое событие, я надеюсь, что наша трибуна будет радоваться забитым голам, а у нас в последнее время мы по «Динамо» побеждаем. Вообще. Да, что мы ждем, Витя, от этого матча? Слушай, ну мы, во-первых, ждем... Будем раскрывать или не будем? Нет, всех подробностей мы раскрывать не будем, все узнаете уже по факту. Вот, скажу точно то, что мы точно отгремим так, что все вокруг скажут «Вау». Давайте так, друзья, все, кто идет на этот матч, на фанатскую трибуну, давайте максимально будем в красных футболках, максимально будем топить за команду, будем петь песни, будем слушать заводящих и просто наслаждаться этим праздником и покажем всем вокруг, что
фанаты есть, фанаты классные, фанаты живы. Были, и есть и будут. И футбол, который будет в пятницу, должен быть праздником для всех. И тем же самым нашим оппонентам, да, из бело-голубых цветов желаем того же. Давайте покажем просто совместно, что футбол с фанатами – это очень крутое событие, которое должно быть всегда. Да. Что, следующий матч у нас будет с Нафтаном 15 числа, братан, понедельник, час дня. Новость это убила вообще. Понедельник, час дня, для кого этот матч? Зачем? Я вообще не понимаю. Использовать что? Лукойл Арену? Жилищник Ультрас Групп, что ли, там будет на трибунах? Ну, типа, понял, стадион стоит дорого, да, организовать матч на стадионе. Даже если это, собственно, с Лукойл, все равно бабки. Это конечно, бабки это бабки, это колоссальные для бабки. Для чего делать этот матч в час дня в понедельник? Это не выходной день, это не праздничный день. Ну, сыграйте вы в Тарасовке или там в Тушино. В Академии банально сыграйте. Да, где-то сыграйте, чтобы там не тратить большие бабки. Для чего? Типа, что мы... Я понимаешь, как это будет? Мы сделали матч на стадионе «Спартак», а никто не пришел. Но в любом случае, все, у кого есть возможность, кто сейчас находится на каникулах, студенты, школьники. Там, кто там в графике сменным, там 2-2 работают. Бизнесмены, да, самозанятые, ИПшники, да, там, и прочие. Зумеры, хейтеры, школьники, модники. Попробуем поддержать «Спартак». Попробуем, да. Будущее событие 13 июля. Регбийный клуб «Спартак» играет против армейцев «Зеленоград» на Филях в 12 утра. Опять. Но все же сейчас перерыв у нас ЖФК будет, отдыхает, «Спартак-2» отдыхает. Поэтому, да, друзья, давайте соберемся, поддержим ребят. 12 дня в Фили, ну, плюс-минус около центра Москвы. Должно быть всем удобно. Приезжайте. Парни нуждаются в нашей поддержке. Мы тоже доедем, поснимаем. Кайфанем, пошизим, и все будет по топу. Регбистам удачи. Поэтому давайте-ка собираемся, не ленимся, поднимаемся с дивана и кайфанем все вместе. Закрывая этот дайджест, еще хочу сказать об одном моменте. Мы сейчас давно, точнее, получали много сообщений в личных беседах, да, там, дневник. Сделайте свои футболки, да, там. Да, потому просто... что очень много хочет ребят поддержать канал. Конечно, конечно, это очень правильно. Вообще давно была история, еще когда Женя Нагад был жив, царство, да, ему небесное, сделать футболки нашего, как, нашего проекта, да. Да. Вот. Есть пару макетов перед вашими глазами. Есть черная футболка, есть красная футболка. Она такая больше чуть, ну, в темно-красной, да, идет. Классическая футболка, примерно такого кроя, как вот футболка Submariner. Посередине будет логотип дневника фаната, но с надписью «Все по топу». Все по топу. Легендарная надпись ребятам, кто снимал тогда в Белграде. Это легендарный видос. Огромный привет. Чуть переформатировали эту историю. Если вам это будет история интересна, напишите в комментариях. Мы сделаем какой-то предзаказ, да, либо закажем. Часть денег пойдет семье Жени Нагату, и часть денег мы пустим в развитие наших выпусков. Поэтому черная футболка для повседневки, погонять, погулять, походить красная на сектор. Это будет классно. Вы давно просили, поэтому только сейчас руки дошли. К сожалению. Если история понравится, еще у нас два вида футболок. Тоже тематические под наши выпуски. Мы о них обязательно вам расскажем, анонсируем. Так что все от вас зависит. Если вам это понравится, смотрим за вашей реакцией и запускаем эту историю в массы. Всем пойдет на благо. И давай, закрывая наш дайджест, пройдемся по основной типа теме. Это красный верх. Давай. Красный верх, давай уже за финале, мы о нем постоянно говорим, в этом дайджесте мы уже об этом сказали. Давай какой-то финал от тебя и выпуск подойдет к концу. Да, ну вот смотрите, ребятки, мы приходили к этому очень долго, да, все собирались, все общались, когда переезжали как бы на новый стадион уже, да, там, до 2013-го, когда мы были на «Локомотиве», у нас уже красная грядка была, да, 14-й год, 15-й, 16-й, потом пошел какой-то, блядь, провал, кто-то начал забивать хрен, кто-то просто систематически начал не одевать. Ну, камон. Вы все смотрите на Европу, на Польшу, Германию, там, блин, возьмем, там, блядь, не знаю, Швейцарию какую-нибудь, еще кого-то. Все почему-то тематически одеваются, все смотрят круто, все там пишут в интернете комментарии, что да, там, блядь, парни красавцы. Вопрос тогда к вам. Почему, блядь, вот вы не можете, сука, взять с собой футболку? Вот почему? Типа, блядь, свернуть ее, там, не знаю, в бананку, типа, западло, там, положить там в пакет, в сумку, просто, блядь, в футболке, блядь, в какой-то прийти. Ну, типа, что в этом сложного? Ваше нехотение или забивание на движуху, в принципе? Все стараются, блядь, приходить в одинаковом, но у нас очень много, блядь, парни, давайте прекращать и делать трибуну ярче. Трибуна, повторюсь, как уже сказал в этом выпуске, должна быть едина, и от единства
будет наша сила. Как был перформанс в Лужниках, единство – наша сила. Да. Вот. Давайте, друзья, закругляемся. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментарии. Мы с Витей, опять-таки, призываем вас писать комментарии лишь потому, что мы сделаем розыгрыш в этом выпуске уже какой по счету. Но я предложил Вите нормальную тему. Мы сделаем как-нибудь стрим на нашей группе ВК. И все эти выпуски, которые мы сейчас вам вот обещали сделать розыгрыш, мы сделаем. От нас шекеля, от Фратери Шоп сертификаты. И по итогу... Ну, а может еще пару футболочек ДФ разыграем? Сделаем футболки ДФ. Сделаем, может быть, футболки ваши, там, Can't Stop Ultras. Да, почему да, нет? Да. Короче, да. Соберем большие подарки и в один стрим, там, где-то на часик он будет... В прямом эфире сделаем розыгрыши и каждому напишем, каждый получит от нас, ну, кто победит рандомным образом, подарки. Так что все это делается в первую очередь для вас, а мы с Витей только как исполнители, чтобы вы кайфовали. Все, да? Спасибо, всем на связи. От души, брат. Давай.